общем-то, вы в России все-таки сейчас живете, правильно? Да. Три вещи, вот подумайте, что бы вы хотели изменить, если бы стали государственным деятелем? Мне кажется, я бы несколько... Вообще, в принципе, как для меня, чем там американская или европейская система отличается, да, тем, что там система рождает людей, а не человек рождает систему. Вот мне, я искренне желаю России того времени, когда система будет велика, и она будет сама под себя подбирать нужных людей, а не наоборот. Это главная вещь, и мне кажется, все будет хорошо. И два легких вопроса. Скоро день везения.